Толочко Андрей Владимирович, главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. С победой! Были ли какие-нибудь ошибки важные для наших игроков? Вы знаете, давайте начнем снова опять. Я хочу поблагодарить болельщиков, которых было много и с той стороны, и пытались они гнать питерцы нас, болельщики Кузбасса пытались гнать их команду. Поэтому спасибо за эту атмосферу, которая была сегодня на матче. Дальше по матчу результатом я, конечно, доволен. 3-0 – это хороший результат, но при этом есть но. У нас много своих собственных ошибок. Мы плохо сегодня отработали на страховке своих нападающих на тяжелых мячах. Не можем мы так работать. И по большому счету нам соперничество не помогало. Это много было сеток у них, были заступы, неподачи. Это все ошибки противника. Хотелось бы, чтобы все-таки мы набирали очков больше именно с собственной игрой, которая сегодня не та была, которую я ожидал. В третьем сете достаточно тяжело вкатывались. Как считаете, почему? В чем причина? Причина, ну, всегда, когда ведешь 2-0, в принципе, большой запас в партиях у очков, конечно, приходит какое-то расслабление. Это самое главное, как ты проводишь концовку второй партии. Мы шли с большим отрывом, потом немножко остановились и уже докатывали ее. И с этим докатом вышли в начало третьей партии, поэтому она была такая вначале тяжелая. Всегда при таких отрывах я говорю, ребята, надо биться за каждый мяч, потому что не эта партия важна, а как мы начнем следующую. Вот это так и было. 10-й матч без потери очков. В чем главные преимущества нынешнего «Зенита» перед, например, «Зенитом» прошлого сезона? Не знаю, это вам судить, какая разница между тем «Зенитом» и этим. Мы настраиваемся на каждый матч, неважно, какой у нас соперник. Ребята работают, тренерский штаб тоже работает. Вот результат. Я думаю, что все команды тоже так. Виктор Полетаев остался вне заявки на сегодняшний матч. Какой шанс увидеть его в следующей игре? Какой шанс? Это, наверное, будет зависеть больше от докторов, которые сейчас его контролируют. Если они дают отмашку, что он готов, конечно, не увидим. Пока такой отмашки я не получу. Но сегодня он уже был в заявке и разминался в парке. После игры со строителем Егор Клюка сказал, что когда играешь с более слабым соперником, то как-то волей-неволей опускаешься до его уровня. Сегодняшнему сопернику как-то учитывали этот момент? Мы всегда учитываем с этими командами, но Кузбасс, это при всем уважении к строителю, это не строитель. Это команда выше классом, и мне кажется, что здесь с такими середнячками, наоборот, надо держать ухо востро. Если дашь им кислород, они могут попортить нам нервы, что произошло в третьей партии в начале. С победой, спасибо. Спасибо.